У меня ощущение, что они достаточно примитивно пытались вскрыть. То есть они понимали, что с фланга эти передачи, ну, у нас высокие центральные защитники, высокие опорники, то есть там это несло вратарь на выходе, неплохо работает. То есть это достаточно сложно. Я думаю, что им надо было за счет проникающих передач где-то влезать, за счет верткости, так, потому что ребята все приемистые, с мячом хорошо работают. Ну, мне кажется, они неправильно построили игру, и причем там им подсказывали, что фланг, сразу по второму зову, ну, наделали они этих передач. Ну, у нас-то там 6, 7, 8 человек когда было. То есть, и причем вверху выиграть там сложно.